Всем привет, ребята! И сегодня я вам хочу показать кое-какую очень интересную сборку. Перед тем, как я начну, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Ну, а я начинаю. Но, ребята, это не важно, потому что сегодня я вам покажу реально смертельную и опасную сборку Майнкрафта. Можно сказать, хардкорную, потому что тут реально хардкорно, просто тут... Ну нереально тут выживает, ребят. Ну нереально. Целых 5 страниц. Итак, ребята, погнали. Первый мод — это у нас просто добавляет рыб. Все, просто рыб. Следующий мод уже покруче. Он добавляет уже всякие яблоки, щиты, воздушные шарики и даже вот такую пушечку. Да, костер. И вроде бы это тень от костра. Этот мод вы все знаете, на лекарства. Дальше у нас идет мод на еду. Давайте-ка возьмем такое яблочко и вот такое яблочко. Мы посмотрим сейчас. Потом у нас идет вот такой мод, но он не интересен. Это вы тоже, скорее всего, знаете. Вот такой вот мод. Эти моды, в принципе, все знают. Из-за того, что как бы они всем знакомы. Но дальше, ребята, вообще. Это у нас мод такой на, короче, жизни. Руда. Руда вот таких сердечек. Потом, когда можно что-то там с этими сделать, можно получить вот такое сердце. Оно восстанавливает. Да, восстанавливает вам сердечки. Ну а, ребята, следующий мод всем известный. Это мод на стрелы. Это тоже всем известный мод на телепортацию в любую точку мира. Но только с помощью вот таких штучек. Или с помощью вот таких. Или просто подходя, нажимая правой кнопкой мыши, вы можете куда-либо переместиться. Дальше, ребята, у нас идет следующий мод. Мод у нас не такой большой, он просто добавляет вот такую всяких рыбок и подводную броню. Дальше у нас идет просто вот такой мод. Он не совсем интересный, просто добавляет некоторую броню, хотя это даже, возможно, можно сказать, назвать это не броней. Из-за того, что тут не написано, сколько она защищает. И, во-первых, тут даже нету колпака и нету ботинков. Так что, ребята, это очень странный мод. Это не совсем всем известный мод, но тут есть у нас костры и даже вот такие, да, ребята. Короче, ребят, если у вас будет такая броня, то вы не будете замерзать. Костер вы тоже не будете замерзать. Это, короче, вы туда наливаете воду и можете как бы, да, пить из этого. Это у нас тут будет холодно или тепло. Ну а дальше у нас всем известный мод на гамаки, на спальные мешки. Можно поставить гамак и вот так его привязать к дереву. Я пока что все это просто беру и потом я вам это все покажу. Дальше у нас идет вот такой не всем известный мод. Даже я не совсем много знаю об этом моде. Ну а, ребята, это крутой мод. Добавляет он вот столько. Короче, мир. Новый мир. Так. Дальше у нас идут вот такие всякие штучки. Даже посох есть. И даже есть, вот так, можно сказать, выглядят саженцы в Майнкрафт. Да, только улучшенные. Дальше у нас идет следующий мод, но очень маленький. Просто добавляет несколько новых блоков. И несколько видов деревьев, и одну вид дверей. Дальше у нас идет, ну, мини-супер маленький мод. Просто часики и еще стекла. Все. Дальше у нас идет уже мод поинтереснее. Тут у нас уже есть мобы. То есть мы берем вот такого моба. И дальше берем еще вот такого моба. И сейчас я вам покажу, что это вообще за мобы. Враждебные ли они? Хотя я сам немного знаю об этом моде, но мобов тут немного. Так, также, ребята, у нас тут есть такой мод. Всем любимый, можно сказать, мод. Но тут на этой версии он выглядит не круто. Да, ребята, это та самая голова Горгоны. Всем известная голова Горгоны, но только более какая-то странная. Странная голова Горгоны. Ну, вот так. Это мод у нас «Лёд и пламя», короче, всем известный мод. Это тоже достаточно прикольный мод, с помощью которого вы в начале своего выживания, ну, никак не сможете выжить. И также, ребята, у нас тут включены постройки. Да, поскольку... Это хардкорный Майнкрафт. Вы можете залутаться вот в таких данжах. Вы можете получать всякие предметы. Можете получать еду. А дальше у нас идет просто, ну,
крутой мод. Да, ребята, этот мод относится к этому моду, потому что это инструменты как раз таки из этого мода. То есть из этого кремния можно сделать вот такие предметы. И даже из других предметов тоже. Так что, ребята, дальше у нас идет, ну, огромный мод на вещи. Также тут есть и бумеранги, и котлы, можно так сказать, для стрел. И даже вот такие костяные бумеранги есть, ребят. Тут есть просто все в этом моде. Также у нас тут есть еще другой мод, тоже на оружие. Тоже очень крутой, тоже очень качественный. Тоже копья всякие есть, и тоже бумеранги. То же самое, как что и этот мод. И, ребята, последние моды самые прикольные, можно сказать, самые пранк. Короче, можно такое сделать, да. Еще есть вот такие кое-какие блоки. Я вам тоже их покажу. Можно для пранка кое-что сделать. Да, ребята, это у нас всякие монетки, тут всякие изумрудики, телефоны даже. И да, ребята, сейчас я вам тоже покажу, как это все работает. И, кстати, ребята, это блок пятна крови. Да, ребята. Это у нас дальше идет мод на офигенное оружие. Тут у нас даже есть пушки и, в принципе, все. Пушки, сюрикены. Но, ребят, не выключайте это видео, потому что я вам еще это сейчас буду все показывать. Ну и это просто мод на броню. И это мод, ура, у нас, ребята, на щиты. Самый крутой мод, это, можно сказать, вот такой. Но тут не все собрано, так что, ребята, да. Самый мой любимый мод вот тут, это вот этот мод. Короче, ребята, все, я думаю, можно уже начинать. Все, это у нас бумеранг. Да, костяной бумеранг, вот так он круто летает. Хоть и недалеко, но все равно он возвращается. Дальше у нас идет пушечка. Да, пушка, которая реально стреляет. Дальше у нас идет костер. Сначала можно поставить тень от костра, а потом уже можно поставить рядом костер. Да, вот так выглядит костер. И, кстати, его нужно поджигать, да. А, блин, ребята, это не тень от костра. То есть, когда вы ставите костер, когда вы его ломаете, он просто тухнет. Он просто тухнет. И сейчас я вам покажу кое-что прикольное. Да, ребята, это пушки. Так, все, пушки. Пушка есть. Потом, ребята, мы берем, например, вот такие стрелы. Загружаем. И потом просто нажимаем рычаг. Полетели, полетели, полетели. Дальше у нас, ребята, идет мод на кровь. Да, ребята. Мод на кровь, даже такие остатки, даже кровь напоминают. Короче, ребята, это все выглядит вот так. Можно кого-нибудь пранкануть, реально можно кого-нибудь пранкануть. Например, типа больше никого на свете нет. А потом еще вот так. Ты-ты-ты-ты-ты-ты. Короче, ребят, ладно. Телефон, смартфон, просто вот так он выглядит, да и все. Просто можно... Алло, алло, да, алло. Так, ну, короче, все очень круто. И дальше у нас идет вот такие шарюнки. Да, ребята. Их можно просто носить с собой, их нельзя никуда привязывать. Так что это бесполезно пытаться. Так что, ребят, погнали дальше. Дальше у нас идет реальная пушка, реальный пистолет. Да, только нужны патроны. Я забыл патроны взять. Так, нужно сейчас взять патроны, вернуться за патронами. Так, все, патроны где? Вот патроны. Патроны есть. Все, теперь можно стрелять. Теперь берем, заряжаем. Мы стреляем. Тык, вот видите? Мелкие, мелкие такие. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Вот так. Пык, 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 пык. Смотрите. Пык, вот так. Нацелились. И стреляем в чудо-юду. Че? Чудо-юда жив? Как? Это же мой изумрудный... пистолет. Так, ладно. Как это будет работать на вот такую пушку? Такой пистолет. Вот такой пистолет. Тоже им все равно. Да. Так, ладно. Дальше у нас идут мобы. Это последнее, что я вам покажу. Да, это мобы. Олень. Потом у нас идет вот такой мотылек. А, это даже не мотылек. Ребята, это фея. Вот они тут прилетели. Это стрекозы. Всем известные. Это бабочки. И это вот кое-кто. И вот это тоже кое-кто. Да, ребята, знакомьтесь. Его зовут Левиафан. Его зовут Степа. И он сюда приперся, не знаю почему, но мы его сейчас убьем. Давай-давай-давай. Получай! Получай, Степа! Получай, Степа! Я тебя сейчас... Ой-ой-ой-ой-ой, Степа, ты чё? Так,
Я думаю, то, что я буду заканчивать. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Кстати, ребята, я забыл сказать, это улитки, его зовут Джерри. Они горят, ребята, всем пока!